В минувшие выходные свой первый юбилей, пятилетие со дня открытия, отметил физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин». Поздравить коллектив с этой датой пришли представители городской и районной администрации, ветераны спорта и все те, кто неравнодушен к плаванию. На празднике побывали и наши корреспонденты. Несмотря на свой юный возраст, «Дельфин» является одним из лучших спортивных сооружений нашего города и вносит большой вклад в оздоровление славянцев. Не случайно здесь проходят спартакиады среди трудовых коллективов и молодежи. Инструкторы по плаванию находят индивидуальный подход к каждому посетителю. Проводят уроки акваэробики, занимаются с начинающими пловцами, будь то взрослый или ребенок. Анатолий Кудряшов работает инструктором по плаванию с самого основания физкультурно-оздоровительного бассейна «Дельфин». Считает водный спорт одним из самых красивых и полезных. Это, во-первых, здоровье, это красота. Спорт – это сила, как бы спорт – это жизнь, которую надо проживать красиво. На спортсменов смотрят, спортсменами гордятся. И как бы родителям, конечно, пожелать больше проявлять инициативу. Если даже ребенок не хочет, стараться убедить его, мотивировать на занятия плаванием. На празднике в честь пятилетнего юбилея «Дельфина» присутствовали почетные гости. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка пожелал коллективу физкультурно-оздоровительного бассейна удачи в дальнейшей работе и процветания. Вот пролетело 5 лет после открытия нашего муниципального учреждения «Дельфина». 5 лет – это небольшой срок, но и в то же время в этом муниципальном учреждении он был насыщен. Здесь получают не только дети, занимаются спортом, но и оздоровление. Ветеран военной службы Юрий Солонцов также был в числе приглашенных гостей. В его копилке много заслуг и наград в водном спорте. Он является 5-кратным чемпионом Кубани и рекордсменом России по плаванию. Также в этот день наградили всех, кто внес весомый вклад в развитие «Дельфина». Один из них – Вячеслав Салмин, первый директор бассейна. Его наградили грамотой главы Славянского района за высокий профессионализм и личный вклад в развитие спорта. Это прекрасный спортивный комплекс, который действительно дает оздоровление нашему населению Славянского района, города Славянского, а самое главное – для развития общего, развития детей наших. Я хочу пожелать всем работникам бассейна плодотворной работы, здоровья и творческих успехов. В рамках празднования юбилея для всех гостей были организованы показательные выступления лучших пловцов, веселые водные эстафеты, небольшой курс акваэробики. Благодаря работе бассейна, компетентным специалистам и тренерам у славянцев есть прекрасная возможность укреплять свое здоровье в любое время года. Посещать бассейн может каждый, ведь это один из самых доступных и приятных способов поднять общий тонус организма, улучшить настроение. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Игорь Иванчуков. Программа «События».